Друзья, привет! Я рада вас видеть на своем канале. Всем отличного настроения. Присоединяйтесь, кому интересно вязание и рукоделие. Сегодня будет очень интересный мастер-класс по вязанию объемного стрейчевого узора спицами. В разгаре холода, я думаю, многие из вас уже давным-давно начали вязать шапки, поэтому мастер-класс будет достаточно полезным. Узор сам по себе напоминает переплетение ротанг. За счет имеющихся характерных протяжек раппорт составляет 3 петли и 2 ряда. И я начинаю показывать, как вяжется первый ряд раппорта. Снимаем кромочную. Далее у нас идет лицевая за заднюю стенку. Затем вводим спицу за вторую петлю, вытягиваем нить, провязываем эту петлю лицевой. И делаем вот такой вот перекид. Следующую петлю перекидываем, не провязывая, нить за работой. Повторяем раппорт, лицевая. Заводим спицу за петлю, вытягиваем нить. Провязываем эту петлю лицевой и делаем вот такой вот перекид. Перекидываем нить, перекидываем петлю, нить за работой, далее лицевая. И таким образом провязываем наш первый ряд до конца. И далее второй заключительный ряд. Снимаем кромочную и вяжем. Лицевая за заднюю стенку, изнаночная и лицевая. Повторяем манипуляцию. Лицевая, изнаночная и лицевая. Лицевая, изнаночная, лицевая. Ну что, друзья, мастер-класс получился достаточно короткий, но содержательный, поэтому обязательно сохраняйте себе видео, поставьте лайк, если вам понравился этот сюжет, и обязательно подпишитесь на канал. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного осеннего настроения!